стали играть в догонялки с зарплатой? Догоним! Отличные наличные, займы до зарплаты. Сегодня в столичной администрации прошла третья сессия депутатов Урала, представители Кызыла. Присутствовали 23 народных избранников, которые составили необходимый кворум. Одним из главных вопросов стало избрание нового мэра столицы. Напомним, что изначально на данную должность подали три кандидатуры: от Александра Черноусова, первого заместителя мэра по жизнеобеспечению, также Вячеслава Маламдая, инспектора контрольно-счетной палаты Кызыла, и Карима Саганола, возглавлявшего АО «ТВ-Энерго». В свою очередь, позднее Черноусов сделал самоотвод. На сессии оставшиеся два кандидата на должность мэра представили свою избирательную программу. Стоит отметить, что в своих докладах они особое место уделили городским пассажироперевозкам. 2016 года у нас наконец-то началось долгожданное обновление муниципального пассажирского транспорта. На сегодняшний день приобретено около 60 единиц автобусов марки ПАС. Однако большинство из них простаивают по причине отсутствия водителей, желающих трудоустраиваться в МУП «Зылгорода». Но при этом хочу отметить, что городской округ Кызыл несет ежемесячную финансовую нагрузку в виде лизинговых платежей за приобретенные данные автобусы. То есть налицо неэффективное использование муниципального имущества в виде приобретенных автобусов. После выступления депутата приступили непосредственно к голосованию. Саганов Карим Пермакулович. За данную кандидатуру прошу голосовать. Кто против? Воздержался. Так, новым мэром Кызыла единогласно был избран Карим Саганол. Сразу же с новоизбранным сити-менеджером был подписан контракт. Как говорит Карим Саганол, на новой должности он уже определил для себя приоритетные направления. Я как горожанин, как кызылчанин переживаю за свой город и все-таки надеюсь улучшить жизнь, нашу жизнь к лучшему. И есть определенные видения, наметки, да, где необходимо усилить работу, где необходимо продолжить в том же духе, да, который выполнялось в мере, ну и работать во благо наших кызылчан. В должности мэра Карим Саганол официально приступит с 1 ноября этого года. Напомним, с 2008 года уставом города действует модель управления Кызылом, когда высшим должностным лицом муниципального образования является глава города, одновременно возглавляющий представительный орган местного самоуправления. По итогам конкурса, который проводит Хурал представителей столицы, назначается мэр Кызыла, возглавляющий исполнительный орган местного самоуправления. В Новосибирске под руководством Сергея Миняйла состоялось совместное заседание Совета Межрегиональной ассоциации экономического взаимодействия субъектов России «Сибирское соглашение». Одним из активных участников обсуждения, состоявшихся в рамках МАС, стал глава Тувы Шалбанкароул. Тува председательствует Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». При участии первого заместителя министра здравоохранения России Татьяны Яковлевой обсуждалась реализация приоритетных задач развития здравоохранения, определенных в указе президента страны. По итогам его реализации к 2024 году в России ожидаемая продолжительность жизни составит 78 лет, младенческая смертность 4,5 на 1000 родившихся. В целом, по Сибирскому федеральному округу объем финансирования региональных проектов в сфере здравоохранения до 2024 года составит около 240 миллиардов рублей. Из них около 100 миллиардов рублей – средств федерального бюджета. Дополнительно на проведение ремонтов и укрепление материальной базы медучреждений выделяются средства из других источников. Например, резервного фонда правительства России особое внимание уделили строительству железной дороги Елагест Кызыл-Курагина. По мнению полпреда СФО, проект не имеет аналогов за последние несколько десятилетий, хоть и требует некоторой доработки. Сергей Миняйло поддержал предложение создать при Минстрое России специальную рабочую группу с участием всех заинтересованных органов государственной власти и членов МАС.
Археологи привезли в Петербург уникальные экспонаты, которые в течение всего лета находили в Туве. Все раскопки проходили в зоне затопления Саяно-Шушенской ГЭС в 14 километрах от села Чахоль. Оказалось, что именно там были захоронения эпохи Хуну 1 века до нашей эры. Пока специалисты Института истории материальной культуры РАН приступили к изучению женских вещей и украшений. Так, в одном из саркофагов у головы мумифицированного тела была деревянная расписная сумочка, своеобразный редикюль с китайским зеркальцем, небольшим веретеном, гребешком для войлока и нитями. Исследователи приходят к выводу, что погребенная женщина занималась прядением. Причем фрагменты деревянного редикюля и по сей день в хорошем состоянии. А вот железный нож, который был в том же захоронении, время не пощадило. Он покрылся ржавчиной. Ученые нашли множество пряжек, которым кочевники уделяли большое внимание. Все находки ученые сразу законсервировали, поскольку окружающая среда может привести к их разрушению. Дальше они будут изучать каждый экспонат на предмет его происхождения, если потребуется. Проведут 3D-реконструкцию. Единый день контроля за качеством тепла пройдет в четверг, 25 октября. Специалисты сибирской генерирующей компании проведут мониторинг качества по сложившейся схеме в режиме телефонного общения. Принять участие в разговоре о качестве теплоснабжения смогут жители Кызыла, Абакана, Минусинска и Черногорска. Позвонить энергетикам компании можно 25 октября с 14 до 16 часов на номера телефонов горячей линии 8-394-22-9-18-00. Энергетики готовы принимать вопросы, касающиеся температурного режима в домах, перевода потребителей на прямые платежи с поставщиками ресурсов, объяснить порядок расчетов за отопление горячей воды, рассказать о вариантах урегулирования проблемы долгов в досудебном порядке. Общение с горожанами показывает, что отсутствие выстроенных коммуникаций между потребителями тепла и управляющими компаниями являются основными причинами недовольства качеством услуг. Проведение единого дня контроля СГК, уверены специалисты, поможет эту проблему решить. В единый день контроля, который проводится ежегодно как минимум дважды за отопительный сезон, энергетики напрямую принимают звонки от горожан и проводят проверки всех адресов, с которых поступили жалобы на недостаток тепла. Число домохозяйств, занимающихся огородничеством, в Туве достигло 45 тысяч. В начале года показатель равнялся 68%. Дополнительно 2300 семей удалось привлечь благодаря комплексу мер, разработанных профильными ведомствами. Наибольшее количество домохозяйств, занимающихся огородничеством, зафиксировано в 9 районах. В целом, в 2018 году увеличение количества домохозяйств, занимающихся огородничеством, наблюдается в 72 селах. В результате общий объем полученного урожая овощных культур и картофеля составил чуть более 180 тысяч тонн, в том числе 95 тысяч тонн картофеля, 16 тысяч тонн капусты, 13 тысяч тонн свеклы, 21 тысяча тонн моркови, 12 тысяч тонн огурцов и 3,5 тысяч тонн перца. На ярмарках, проводимых администрациями муниципальных образований, излишки урожая овощных культур и картофеля более 13 тысяч тонн реализовало около 2200 семей. Общий доход составил более 23 миллионов рублей, то есть в среднем 10 790 рублей на одну семью. Наибольший доход получили семьи Кызылского, Тандынского районов и города Кызыла. Для любимого смартфона только оригинал. Сервисный центр «Просто» – это оригинальные аксессуары по удивительно низким ценам. Качественный ремонт смартфонов и ноутбуков. Кочетова, 49, второй этаж, первый павильон. Кызыл, встречай! Гибоны, лемуры, мартышки, а также туканы и большие попугаи Ара ждут вас на выставке «Мир обезьян и попугаев» в Национальном музее. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите новую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белка, Вятские меха. С 26 октября по 1 ноября в ТЦ ЦУМ. В Гарро есть все. Оборудование. Автосервисная, шиномонтажная, компрессорная, подъемная, моечная, сварочная, диагностическая. Инструмент ручной, электрический, пневматический, специнструмент. Генераторы, пистолеты, подкачки шин, груза, пластыри. Гарро. Некрасова, 45, 32, 22, 15. В Кызыле сотрудниками полиции задержана группа подростков, подозреваемая в серии краж из автомашин. 20 октября сотрудниками ППС во дворе одного из домов по улице Калинина заметили группу лиц, которая находилась возле автомобиля отечественного производства с признаками взлома. При выезде полицейских данная группа попыталась скрыться. Задержанными и доставленными в полицию оказались семеро 15- и 16-летних жителей села Элагест Чедыхольского района. В ходе установления личности подростка выяснилось, что один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение
нарушение умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Установлено, что 19 октября подростки приехали в Кызыл на автомашине, принадлежащей отцу одного из них. После развлечения в ночном клубе молодые люди решили угнать машину и уехать на ней в Элагест. В дальнейшем 20 октября в дежурную часть стали поступать обращения владельцев автомобилей, ставших предметами преступных посягательств. Подозреваемые разбили стекло его машины марки «Лада Приора». Далее также путем разбития пассажирского стекла ВАЗа попытались похитить автомагнитолу, передние стойки, тормозные диски и подшипники. По данным фактам следователям возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренных пунктом В части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. При проведении допросов в присутствии законных представителей юноши дали признательные показания. В ходе следственных действий сотрудниками полиции похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовных дел в качестве вещественных доказательств. В настоящее время расследование уголовных дел продолжается, несовершеннолетние переданы под присмотр законных представителей. Кроме того, сотрудниками полиции устанавливается причастность данной группы к совершению аналогичных преступлений на территории города Кызыла. Восемь пациентов были направлены на дополнительное обследование по результатам акции «День открытых дверей», прошедшей в Рессанкодиспансере по субботам 13-20 октября. Так был организован прием таких узких специалистов, как гинеколог, мамолог, хирург и УЗИ-диагносты. Всего за обследованием обратились 143 человека, в том числе 74 из районов. В результате одному пациенту специалистами был поставлен диагноз «Злокачественное новообразование пищевода». Врачи Рессанкодиспансера рекомендуют жителям Тувы регулярно проходить обследование, диспансеризацию, профосмотры. Это поможет выявлению злокачественных новообразований на ранних стадиях. Акция «День открытых дверей» будет продолжена и в эту субботу, 27 октября. Для получения консультации необходимо посетить Рессанкодиспансер в «День открытых дверей» и записаться в регистратуре к желаемому специалисту. Желательно подходить на прием с результатами предварительных УЗИ и обследований. Российские музеи возьмут шефство над могилами известных деятелей. Министерство культуры страны предложит музеям взять шефство над могилами известных деятелей по примеру Российского национального музея музыки, который уже взял на себя уход за могилой Федора Шаляпина. Чтобы объединить усилия добровольцев в сохранении мемориалов, памятников и воинских захоронений Российским военно-историческим обществом и движением «Волонтеры Победы» ранее был создан специальный ресурс «Место памяти.рф», где каждый желающий может выложить фотографии или видеообъекта, оценить его состояние инициировать проведение субботника. Как и в привычных социальных сетях, здесь можно размещать фотоальбомы с мероприятий, находить единомышленников и делиться новостями. Сегодня на портале местопамяти.рф размещена информация о более 13 тысяч памятных мест в России, а также странах СНГ и Европы. Проведено свыше 800 субботников по благоустройству захоронений, памятников и обелисков, организованы возложение цветов. Данный информационный ресурс позволяет обобщить информацию о захоронениях известных российских деятелей в других странах. Шубы-трансформеры, трапеции, модель автоледи, элегантная шуба в пол. Здесь, на меховой выставке «Зимняя сказка», вы найдете любую шубу из натурального меха. Кстати, на этот раз выставка «Зимняя сказка» открыла двери для своих покупателей в торговом доме ЦУМ по улице Тувинских добровольцев, 22. Норка, мутон, енот, кролик Рекс. Искупаться в волнующей нежности меха может каждая модница. Самое главное – правильно подобрать именно свою шубку. Рыжеволосым красоткам подойдут все оттенки классической коричневой норки, а прекрасные блондинки и жгучие брюнетки будут неотразимы в белой норке. Не бойтесь ярких решений, качество меховых изделий, как всегда, на высоте. Каждая шуба имеет свой уникальный чип, подтверждающий истинное происхождение меха. Все представленные меха на нашей выставке отличного качества, отшиваются на российской фабрике с соблюдением всех требований, сопровождаются чипированием и сертификацией. Плюс мы даем гарантию на каждое изделие 2 года. На выставке у нас есть интересные акции, то есть кролик Рекс можно купить за 16 тысяч, норковые шубы начинаются от 44 900 рублей, и любую шубу можно приобрести до года без переплаты, без первого взноса. На выставке есть наличный расчет, так и безналичный расчет. Всех ждем посетить нашу выставку. Уже готовы утеплиться? Приходите на меховую выставку «Зимняя сказка». Ваше идеальное одеяние уже здесь.
Торговый дом ЦУМ, улица Тувинских добровольцев, 22, с 22 по 28 октября включительно. Авторнунга чейлелер, арыртеке инелел, түрген болгаш ажықты. Орылға справқызы болгаш чажет комиссиялар чока. Тоши салданыш и чист тос чедіму. По республике ожидается переменная облачность, местами небольшой умеренный мокрый снег. В Кызыле переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадка. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха ночью минус 4, минус 6, днем плюс 5, плюс 7. Авторнунга чейлелер, арыртеке инелел, түрген болгаш ажықты. Орылға справқызы болгаш чажет комиссиялар чока. Тоши салданыш и чист тос чедіму.